6 лет назад в жизни Кайметова произошло знаменательное событие. Он встретился с юной Анастасией, которую до сих пор считает подарком судьбы. Отношения влюбленных развивались стремительно, и уже через несколько недель артист и его избранница съехались. Сейчас вторая половинка повсюду сопровождает музыканта, помогая ему настраиваться перед выступлениями. Солидная разница в возрасте в 28 лет ничуть не смущает Анастасию, ведь она не чувствует себя слишком юной рядом со всенародным любимцем. «Я не ощущаю, что Кай старше меня, потому что он в душе молод, энергичен, да и в постели хорош», заявила в одном из недавних интервью девушка. Чтобы сделать избранника счастливым, Анастасия старается быть не только надежным товарищем, но еще и хорошей хозяйкой. Так, ради Метова девушка научилась вкусно готовить, и теперь старается ежедневно радовать его разнообразными кулинарными сюрпризами. «До встречи с Каем я не очень любила и умела готовить. Когда мы стали вместе жить, поняла, что любимого надо каждый день чем-то удивлять. Кай, например, очень любит рыбу. Вчера, например, когда он вернулся с гастролей, я сделала ему стейк из семги и брокколи. Также он обожает слушать в машине свои песни, особенно в преддверии выхода нового альбома. Обычно всегда спрашивает мое мнение и интересуется, как звучат те или иные композиции», — рассказала девушка. Кай Метов уже давно известен как большой ценитель женской красоты. Официально артист был женат лишь однажды, но о его многочисленных романах в мире шоу-бизнеса ходят легенды. Однако последние 6 лет музыкант хранит верность Анастасии, мечтая, что когда-нибудь их отношения выйдут на новый уровень, и девушка подарит ему ребенка. «Я говорю ему: Кай, у тебя уже 3 детей, причем первая дочь даже меня старше. Куда тебе еще?» А он отвечает: «Ты знаешь, я сейчас повзрослел, поумнел, поэтому хочу еще детей, чтобы уже иначе и более осознанно заниматься их воспитанием», — рассказала Анастасия. Пока влюбленные не думают об официальной регистрации отношений, ведь они могут наслаждаться своим бурным романом и без штампа в паспорте. Однако Анастасия не исключает, что когда-нибудь отправится в ЗАГС под руку с Каем Метовым. В интервью для Дни.ру избранница певца отметила, что чувствует себя счастливой и по-настоящему любимой. Искренность девушки подкупила даже дочь музыканта, которая уже давно одобрила выбор знаменитого отца.